Парни, всем привет. Сегодня, как обещал, что на YouTube, на YouTube канале будут ролики, сегодня очередной ролик. И ролик немножко, опять же, нестандартный для меня. Это не обучающий ролик, но просто ролик обобщения того, к чему я пришел, когда пересел с клавиатуры и мыши на геймпад на геймпад в шутерах, потому что понятно, что в другие игры играть гораздо проще на геймпаде. А, Почему-то многие забывают, что а, все начинали, да, с Dendy, с Sega, Dreamcast, Panasonic 3DO, потом PlayStation, Xbox, и все играли на геймпаде, не жужжали. Потом в один прекрасный момент... Ну, это достаточно давно, конечно же, произошло. А, начали играть на мышке с клавиатурой. Люди, собственно говоря, эти устройства подтянули. Разработчики а, стали поддерживать эти устройства ввода как одни из основных, да, при игре на ПК, и, соответственно, мышь, клавиатура стали для кого-то основными устройствами. Причем люди раньше играли на геймпадах, и все было хорошо. Вот. А ролик вообще о чем? О том, что... Ну, ролик про меня, скажем так, да, я так же, как и вы, когда-то играл на геймпаде, потом, естественно, на мыши-клавиатуре, вот. И вот буквально недавно решил полностью пересесть на мыши, пересесть на мыши клавиатуру. Отчасти от того, что, потому что это гораздо удобнее. А во-вторых, самая основная причина в том, что, в принципе, геймпад является основным устройством ввода для игр. Ну, простой пример. Я писал о нем в группе ВК в своей. Кстати, подписывайтесь на мою группу. Вот. Я писал: попробуйте на клавиатуре, нажав клавишу W, идти медленно. Просто попробуйте. У вас не получится. В то время как на стике геймпада вы совершенно спокойно можете регулировать свою скорость хождения. Вот. Не говоря уж о том, что э, все, все шутеры, они, в принципе, консольные: Call of Duty, Battlefield. Э, сейчас Halo Infinite она тоже, в принципе, консольная игра, но на ПК она играется тоже отлично, э, с помощью геймпада. С чего, в принципе, начать? То есть, я вот э, сейчас начал играть на геймпаде только в Halo Infinite. Вот она буквально вышла 15 числа. А, да, и когда на презентации было объявлено, объ, 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 объявлено, что бетка выходит Halo Infinite, я вот я с, тех, с, с тех пор подключил геймпад. Сначала DualShock, потом xbox контроллер. А сейчас вот у меня, ну, на канале там ниже чуть есть обзорчик от Trustmaster и x Pro контроллер. Вот, сейчас на нем играю и не жалею, что я его приобрел за, в принципе, хорошие такие деньги. Вот, Хейл Инфин дает офигенную возможность, это бесплатная игра, естественно, как вы знаете, дает офигенную возможность просто потренироваться, если вы никогда не играли в шутеры, в шутеры на геймпаде, но об этом задумывались. Бесплатная игра, офигенно сделан аймасист, прошу не путать с вашим ботом, да, очень адекватный АМ-ассист, очень адекватная стрельба, хорошие настройки, что на консоли, что на ПК. Поэтому игра дает все, все возможности для того, чтобы научиться играть именно здесь в этой игре на геймпаде. Вот, опять же, отлично сделаны боты, на которых можно тренироваться, о чем мы сейчас и поговорим. Значит, что в первую очередь нужно сделать? Запуская Halo Infinite на ПК, я сейчас говорю про ПК, если вы хотите играть на геймпаде, в первую очередь неочевидная вещь, я не говорил в обзоре про геймпад, про контроллер Trustmaster. Вот, в первую очередь нужно запустить Steam в режиме Big Picture. А, вообще, в принципе, если вы собираетесь играть в любую другую игру на геймпаде а, через Steam, а, запускайте всегда Steam в режиме Big Picture, и вы сможете управлять Steam и контроллером. <coughs> Steam будет понимать, что вы запускаете игру именно с контроллером что вы собираетесь играть в игру на контроллере. Вот, опять же, конкретно в Halo Infinite это избавит вас от проблем а, некоторых своим ассистом. Вот, на стартовом экране, к сожалению, сейчас я его пропустил, на стартовом экране ни в коем случае, когда а, появляется надпись Halo Infinite, логотип, и нажмите Enter, ни в коем случае Enter не нажимайте, когда игра запускается, ни в коем случае не трогайте мышку клавиатуры, а нажимайте, а, ну, на моем конкретно геймпаде, это клавиша A, вот, с помощью геймпада вот в этот экран выходите. Что нам нужно сделать? В первую очередь, конечно же, конечно же, это настроить графику в игре. Казалось бы, неочевидный момент, причем есть игра на геймпаде, вот, но графика очень важна. Почему? Сейчас поясню. В первую, очередь, в первую очередь нас, конечно же, интересует FPS. Поэтому, ну, в первую очередь, конечно же, фов в разделе видео мы настраиваем. Я играю на максимальном фове, всегда играл и играю. Чем больше фов, тем лучше. Понятно, что он немножко снижает производительность, а чем выше фов, тем больше, больше так сказать, объектов на вашем экране, тем, тем меньше FPS. Если у вас достаточно слабая машина, то можете поэкспериментировать с фовом где-то 105, 104, 105, ну, до, до 100, ну, ниже 100 опускаться я вам вообще не рекомендую. Дальше что делаем? Дальше я снизил максимально, как мог, скейлинг резолюшн, резолюшн скейл, для того, чтобы еще выиграть в плавности, потому что на мышке это не так сказывается, когда вы играете на контроллер, плавность на контроллере, плавность и FPS ваше все, да, то есть ваш FPS ни в коем случае не должен просаживаться ниже 60, поэтому здесь Resolution Scale опускаем в 0, как только можно, хотя у меня Full HD сейчас экран, 240 Гц, я опускаю в 0, минимум, вот на это не смотрите, минимум фреймрейт и максимум фреймрейта, так-то у меня игра выдает где-то порядка 220-240 FPS, в принципе, на минимальных настройках, что для соревновательных шутеров вообще must-have, да, минималки, вот я это поставил для того, чтобы не было проблем с трансляциями, со стримами, потому что, если Ставить Без ограничений, unlimited, да, соответственно, начинаются лаги. Я не мог понять, в чем дело. Потом у одного американского блогера это подсмотрел. 60-120 мне приходится ставить ограничения, но мне этого хватает. А, без стримов я играю без ограничений. А, и дальше. А, в разделе Graphics вообще все выкручиваем в ноль. Возможно, кроме, а, кроме Terrain Quality, хотя ее тоже можно в ноль выкрутить. Но, в принципе, зачем ухудшать еще картинку. Картинка, на самом деле, вы... Это очень здорово сделана игра, а в том плане, что вы особо разницы не заметите между ультра-настройками и лоу-настройками, да? То есть вы, так сказать, в ходе боя не будете обращать внимание на какие-то мелкие детали, которые, может быть, лучше отрисовываются, если вы поставите все настройки в хай, да? Вот. С этим разобрались. Дальше, что мы делаем? Настройки контроллера. Настройки самого контроллера, я долго к ним шел, и пока я на большие... Ну, в принципе, даже про игроки играют максимально на Сенсе... Uh, играют максимально на Сенсе uh, 5, но ну, я видел 6. Я играю на тройке, мне хватает uh, пока что... Look Acceleration тройка и, соответственно, лук Sensitivity и вертикально и горизонтально на четверке. Да, Лук Acceleration у меня тройка, остальное по четырем. дальше мертвые зоны. Тут уже смотрите по вашему геймпаду. У меня нулевые мертвые зоны. У меня геймпад не двигается, геймпад отличный. Вот, на, если у вас геймпад старенький или не очень качественный, вот, возможно, вам придется выкрутить мертвые зоны. Сейчас поясню, что будет происходить, если у вас, так сказать, если вы поставите в ноль, у вас плохой геймпад, что произойдет в игре. С этим с мертвыми зонами что, что что будет делать персонаж то есть он сам произвольно будет двигаться из стороны в сторону при прицел будет не на месте стоять так, так называемый дрифт я вставлю в ноль и в принципе доволен а вот, ну и самое основное, конечно же, конечно же, не суемся сразу в онлайн. Вам сейчас нужно привыкнуть к амплитуде стиков, к движению, потому что я представляю ваше, ваше бешенство, когда вы начинаете играть на геймпаде, еще не понимая, что к чему, вы теряетесь, у вас прицел улетает в сторону, когда вы видите противника, вы пытаетесь, пытаетесь навестись, навестись на него стиком, а этого делать, в принципе, не нужно. А вот вы пытаетесь каким-то образом поймать его в прицел, что тоже делать не нужно. Это, это не мышка, это не клавиатура, это геймпад, здесь свои правила. Вот, заходим в Академию, тренинг мод, а, выбираем карту Life Fire, потому что она небольшая и больше всего концентрации там противников будет, и нажимаем play. Я с вами говорю, опять же, без всякого сценария, как вот сижу кофеек пью, как на стриме. Ой, хорошо. На улице зима, теплый кофе, отлично. Хейлы на экране. Вот минимальные настройки. Я думаю, что все отлично выглядит. великолепно, да? То есть для соревновательного шутера ставьте все в ноль всегда. Старайтесь это делать. Каждый FPS на счету. заходим в нас тренинг options, выбираем здесь, выбираем, в принципе, что угодно, но лучше тренироваться BR75. Это стандартная пушка для ранговых игр в Хейлы. А Friendly bots ставим 0, мы будем один. Enemy Bot ставим 4 на максималку, то есть мы 1 против 4. Сложность можете не менять, потому что наша задача сейчас не, не, не напрягаться, а просто отточить свой навык владения стиком, да, прицельным и стиком перемещения. Средний уровень ботов ставим, Infinity A мы ставим, естественно, он, чтобы у нас не заканчивались патроны, чтобы мы могли настреливать. Вот, что касается. Мертвых зон. Видите, у меня прицел мертвый стоит с нулевыми. Если вы поставить на старом геймпаде э, не 0. Ой, если вы поставить на старом геймпаде 0, то у вас возможно вот такая фигня будет, что у вас персонаж будет двигаться вперед, назад, или влево-вправо, самопроизвольно когда вы не прикасаетесь к стикам. И прицел будет дрифтить по экрану. Вот. И начинаем э, ботов отыскивать. Начинаем отыскивать ботов и, соответственно, их отстреливать. Стараемся целиться, целиться в голову. Стараемся целиться в голову. За этим занятием проводим как минимум по часу в день. Привыкаем к геймпаду, привыкаем к стикам, привыкаем к движению, привыкаем к движению. Сейчас что-то я просто расслабился, под кофеечек сижу. И вот, э, стараемся наводиться на голову э, ботиком. И, соответственно, их отстреливать. Можно поставить самый легкий уровень, тогда они, по вам, даже стрелять не будут. Вы просто будете их э, в прицел отлавливать. Тут и ближний бой у вас будет. То есть, видите, я, я не целюсь э, стиком практически. Я целюсь исключительно стрейфом. И в Хейла старайтесь не прыгать, потому что при прыжке у вас сбивается и массист. А, можете взять другое оружие, мыть со снайперкой потренироваться. Но Хейла вот как раз плюс этой игры в том, что она дает возможность вот так вот спокойно оттачивать свое мастерство оттачивать свое мастерство на работах. Вот видите, стройкой с инсой. Стройкой с сенсой. А стройкой сенсой я вполне себя нормально чувствую. А, никуда меня нормально быстро поворачивать. Через какое-то время вы поймете, что а, разницы с мышкой, с клавиатурой вы практически не замечаете и будете выносить а, игроков на голову мыши спокойно выносить игроков на клавомыши, они будут удивляться, как вы с геймпада их убиваете. И вот час-полтора то есть движение, движение стиков, стрейв, вот это все оттачивайте именно на... Именно на... Фейла вот в этом режиме. Поверьте, когда вот так вот посидите пару дней и потом зайдете в игру в мультиплеер в какой-нибудь Battlefield или Call of Duty, у вас результат будет а, намного выше, чем в самом начале. А всегда старайтесь держать прицел. По центру экрана. То есть не старайтесь его не старайтесь прицел выше-ниже двигать. Вот всегда у вас прицельчик по центру экрана держится. И только в крайнем случае вы на геймпаде его поднимаете или опускаете. Надо прийти к тому, чтобы вы не ощущали Не ощущали разницы. То есть не чувствовали геймпад в руках. Вообще не чувствовали. Как вы мышку не чувствуете, так и геймпад э, не чувствуете. Нужно привыкнуть. Стрейфитесь и спокойненько всех убиваете. Я что-то увлекся, надо уже заканчивать. Ладно, давайте на этом закончим. Ну, в общем, вы поняли, да, а, что вам дает бесплатная игра Halo Infinite. В этой игре вы можете тренировать а, свои навыки владения геймпадом а, для любой другой игры. То есть, у вас не будет проблем зайти в любой мультиплеер, мультиплеер любой игры и показывают неплохие результаты. А я играю на геймпаде, подчеркну, только вот, ну, так плотненько играть начал на геймпаде, только с выходом 15 ноября Halo Infinite. Вот, считайте, две, ну, три недели я играю максимум на геймпаде. В принципе, неплохие результаты. Конечно, времени очень мало играть, но, во всяком случае, платину 2 я уже взял в Halo Infinite. Это понятно, что не очень высокий результат, но у меня, опять же, и времени нету особо играть. Вот, поэтому как-то так, ребят, тренируйтесь, опять же, ищу людей в сквад свой по Halo Infinite, будем вместе играть, потому что у меня вот с Михаилом я играю, но у него, да и у меня там не всегда получается контактиться. вот, стримы сейчас я на Твиче, как вы знаете, ссылочка на Твич канал будет в описании, ну и вам больших успехов в освоении геймпада в шутерах, и удачи, хорошего вечера, увидимся, пока!